студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. В Старомосковье и Губкине погодная стабильность. Среднесуточная температура воздуха колеблется в пределах 13-15 градусов тепла. По данным гидрометцентра, во вторник, 12 сентября, облачно с прояснениями. Утром столбики термометров укажут на отметку плюс 10. Днем и вечером около 20 градусов выше 0, ночью плюс 7. Ветер северный с порывами до 2 метров в секунду. Убывающая луна, магнитное поле спокойное. Атмосферное давление немного выше нормы. 750-752 миллиметра ртутного столба.